Минутку. Его уже так долго нет с нами, а кажется, это было только вчера. В тот роковой августовский день остановилось время, а солнце медленно сползло за горизонт. Дождь. Он шел остаток лета и осень в наших душах до сих пор. Ветер шевелит обрывки магнитофонной ленты на разбитом фонаре. Со стенок кричат надписи «Цой жив». Витя, ты с нами? Было ли когда такое, чтобы так отчаянно не верили, так умоляли вернуться человека, которого даже не всякий успел увидеть живым? Как вы прожили этот год? Те, кого что-то удержало в этой жизни, и кто, задыхаясь от боли, царапал эти каменные стенки. Цой, вернись, ты нам нужен. Отчаяние можно прятать, но нужно знать, что ты не один. Эти стенки — крик, обращенный к людям, к небу, к тому, кого так невозможно в это поверить, теперь уже нет с нами. И нельзя упрекать нас за испорченные фасады домов. На них выплеснулись наши отчаяния и боль. А стенки? Что ж, по крайней мере, это честнее, чем украшать их партийными лозунгами или ненавязчивой советской рекламой. Так было в Кирове, так было в Ленинграде. Такие стенки, стенки Цоя, есть в каждом городе страны. Это Камчатка, кочегарка, где работал Виктор. Пустой двор с кучами угля, высокие стенки и опять надпись. Углем, мелом, верим, любим, помним. Был июль, и котельная была закрыта. Это сладкое слово Камчатка. Но на этой земле я не вижу тебя, я не вижу твоих кораблей. Я не вижу реки, я не вижу Матусану и Кутуну. Городской рок-клуб. Прямоугольник двора. Желтые стенки, неровные буквы. И тоже недоуменное ощущение пустоты. В журнал «Мы» написала письмо одна девчонка из Воронежа. Пишу без трепа, как есть. Нет сил жить дальше, но надо. А внутри идет отсчет. 10, 9, 8, 7. Что будет, не знаю. Нет окна. Все внутри меня. Все во мне. Мой фасад показывает. No problem, окей. Так надо. Но кому надо? Мне? Кому угодно, но не мне. Если все останется во мне, я могу не выдержать. Нет никого, кто бы понял и промолчал. Никого нет. Есть только статья в черной рамке и его фотография. Хрупкий, худощавый Витькин силуэт. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Он прав. Он не лгал мне никогда. Он никому не лгал. Он жил и был самим собой. И вот теперь его нет. А большой стеклянный шар в груди все тяжелеет, растет и заслоняет небо. И он жив. Жив, потому что иначе нельзя. И заклинание, как крик, Виктор Цой. Все.
Когда я буду на грани, моя жизнь будет стоить дешевле, чем сейчас. А сейчас только остается отворачивать руль мотоцикла, одеревеневшие руками от дерева, столба, мчась ночью на полной скорости. Пока что удается. И как стук сердца или колес в голове. Виктор Цой, Виктор Цой. Это не любовь, нет. Это вера. Вера в него. Не считайте это трепотней. В этом я и он. И моя жизнь. Мне некому больше говорить. Тусовка, она не спасает. Меня не спасает. Наташа и Оля. Девчонки из подмосковного города. Мы встретились на Камчатке, еще раз на Богословском. Вместе поехали искать квартиру Марьяны. Мы ходили с тайной надеждой. А вдруг Цой где-то здесь, но город был пуст. И только на Богословском было как-то иначе. Ощущение пустоты отступало, потому что здесь был он. Его фотографии, его песни. С магнитофона, под гитару. Здесь те, кому он нужен, кто ему верит. Здесь память. Шел дождь, но люди шли и шли, чтобы полчаса, час побыть рядом с Виктором. Здесь всегда много цветов. Даже в дождь горят свечки. Кто приходит сюда, оставляет сигареты, вешает награду черные ленточки, значки, фотографии, рисунки с портретами Цоя, листки с его песнями и со словами, которые так нужно ему сказать. За могилой ухаживают ребята, которые, бросив все, приехали сюда и живут в палатках, что только на год разрешила милиция. Так было надо для них. Но находятся люди, которые устраивают автобусные экскурсии и групповые фотосъемки на фоне. А надо иметь это право быть рядом с Цоем. Когда это случилось, мир перевернулся. Мы не могли понять, зачем идет дождь, зачем растут деревья. Мы ненавидели все. Помните Унау? Я смотрел эти лица и не мог им простить того. То жизнь потеряла всякий смысл. Как жить дальше? У ребят, что живут в палатках, было это время выйти из шока, понять смысл собственной жизни. Ночью они под гитару поют Витины песни, разговаривают, думают. По очереди ходят греться и сушиться к питерским ребятам, живущим поблизости. Они многое поняли за этот год. Это не потерянное время. Целый год, чтобы выбрать жизнь. Другие, как заводной автомобильчик с лопнувшей пружиной, продолжают катиться по инерции, не имея возможности остановиться и подумать, зачем я живу, чего я хочу. Когда-то он остановится, и тогда... А пока без времени... Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Витя, Витя, как же без тебя? Бабушка на Богословском спросила, за что вы его так любите, своего Виктора Цоя? Может быть, это ответ? Так было в июле. Эти ребята 14 августа собрались у ДК Совета, чтобы нести портрет Цоя в рок-клуб. Накануне во дворе рок-клуба, когда бывший продюсер группы кино это объявлял, две девчонки гневно сказали, люди приехали к Вите вспомнить, а вы тут спектакль устраиваете. Возможно, они были правы. В шествие собирались снимать ленинградские документалисты. По рукам телефон, во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на хвосте, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный суд зовет дорогу. Может сердце, может суть. И когда я обернусь,
тягость проводник, выдаст ее и чай. Опять не усну, и опять стой, трёх аж колёс, я послышу то слово. Прощай, но странный сну зовёт дорогу. Может, сердце, может, тут дверь, и тогда я обернусь. Так было нельзя. Прости нас, Виктор, за то, что мы не умеем тебя любить. Все это было похоже на большую странную игру, правила которой интуитивно чувствовал каждый. И ходили по городу ребята с темными от отчаянной печали глазами, с черными шнурками на шее, многие в черном, и значки. Один, два, много. Они приехали со всех концов страны, фан-клубами, группами, поодиночке. С собой гитары, магнитофоны с кассетами, снимки. Если негде было ночевать, жили на московском вокзале. Там в зале ожидания есть телевизор. 16 ночью был последний московский концерт Цоя. Кому негде было смотреть, собрались туда. Пусть тихий звук, неважное изображение. Какими глазами смотрели на экран. В поднятых руках горящие спички. И сейчас у портрета свечки, цветы. Из рок-клуба вынесли колонки, стояли, слушали. Портрет Цоя, его голос, но его нет. Потерянные лица. Такое тяжело снимать, когда сидит парнишка на бетонном блоке, обхватив голову руками, ничего не видя вокруг. Не поднимается камера. Неожиданно, как это бывает в Ленинграде, пошел дождь. Сначала, хотя фотография была под пленкой, попытались закрыть ее зонтиками, а потом унесли в проходной двор. Дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене. Прислушайся там за окном. Слышишь наш смех? Закрой за мной дверь, я упомню. 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 Августа. Ровно год назад ушел Цой. Камчатка, рок-клуб, Богословская. С самого утра люди. Котельная была открыта. Во дворе стояла очередь. Зайдут, посмотрят, воды из крана попьют. Оставят сигареты, цветы, свечки. И уходят, унося с собой кусочки угля. На Богословское весь день шли и ехали люди. Там сидели, курили,
слушали магнитофоны, разговаривали, молчали, плакали, играли на гитарах. Те, о ком и хотелось рассказать в этом фильме. Только вот свой, свой. В декане совета был вечер памяти. Зал был полон. Сидели в проходах перед сценой и на сцене. Был фильм «Конец каникул». Игровой фильм с участием группы кино. И фильм «Игла». Зал реагировал на каждую реплику, произнесенную Цоем. Говорили разные люди. Один из них сказал примерно такое. Цой не ушел от вас, он остался с вами. Может быть, мы живем, чтобы помнить. Цой любил два цвета, черный и желтый, символ вечности, ночь и солнце. В душе вечный дождь, а там должно быть солнце, ослепительное, такое, какое любил он. Thank you.